Если поставить имплант в 50 лет, как грудь будет выглядеть в 75? Татьяна, в 75 грудь будет выглядеть примерно как в 50 лет. Поэтому имплант не влияет же. То есть у нас ткани молочной железы, имплант, если поставили под мышцу, то он там стоит. Если правильно поставить имплантат, он никуда не смещается. Он в одном месте расположен. Я на себе продемонстрирую. Вот таким образом. Что же с нами происходит? В 50 лет у нас все красиво. Поставили имплантат, красивая грудь. Но это гравитация, которая прижимает нас всех к земле, она приводит к тому, что все наши ткани пытаются сползти со скелета, даже скелет сползает, уж я не говорю про кожу и мягкие ткани, в том числе и железа, в зависимости от ее размеров и тяжести, она сползает. И к 70 годам, если мы говорим о 20 лет ношения там, этого имплантата, железа опустится, ну, в зависимости от размера, на тот или иной уровень. Поэтому у нас формируется так называемый синдром водопада, дабл-бабл, как угодно его можно называть. Это придется корректировать. Либо поднять обратно грудь, откуда она упала, коррекции только кожи, либо заменить имплантат, либо устранить имплантат, поднять и так далее. Поэтому прогнозы достаточно сложные.